если подлететь слишком близко к солнцу, в конце концов, обожжешь крылья. Ладно, я тебя вытащу, но будет больно. Твою ж. Когда же до тебя дойдет, что нельзя? Эй, эй, Уэйд! Держись, Уэйд! Уэйд, очнись! Нет, нет, очнись, очнись! Уэйд! Не, только не сегодня! Только не сегодня! Выяснить, где мы. Побудь пока здесь. Подумай о Янкис. Чего? Я фанат Доджерс. Ах ты, сука! Врач из тебя так себе. Это вместо спасибо. Дай мне пушку. Свою в аварии посеял. А все ты виноват. И что мне теперь делать? Перевяжи пока раны, а то еще кровью истечешь. И не высовывайся, пока не вернусь. Уже иду.
Мэйдэй, Мэйдэй, Мэйдэй. Всем союзникам, кто меня слышит. Это лейтенант Уэйд Джексон. Мне срочно нужна помощь. На этой чертовой скале вообще есть американцы? Черт! ついてってやれ。分かった。今行く。 いいから探せ。少なくとも米兵一人は墜落を生き延びてる。
Матео? Матео. Я сейчас.気を落とすな。こいつらも昼過ぎには口を割るだろう。こっちのやつは口を割らなかった。さっさと殺して立ち去ろう。いや、まだ時間はある。アメリカ兵は近くには来てないさ。 Они еще живы! Да, что есть, то есть. Освободи. Механик старшина третьего класса Эрнандес, а мрачный тип лейтенант Джексон. Нас тут сбили. Да не за что. Спасибо. Сержант Джеймс Вашингтон, армия, 93-я пехотная. Ленни, подлатай его. Есть самолеты. Нам надо вернуться. Самолеты? Спасибо, что хоть патроны дали. Лишняя тяжесть только мешает. Я все слышу. Стрелять умеешь? Как и все. Сержант, у нас гости! Управление сейчас у меня. А ты просто пассажир. Так, бойцы, это вам не совой. Идем дальше. Кибл, Эрнандес, за мной. Гигант. Кто? Так, за мной. Да ладно. Белые мальчики. Внимание, бойцы. Идти еще Джека долго. Джонсона? Да блин, лучше, чем ящики таскать. Эй, говоришь, ты из 93-й? Никогда такой не слышал. Ты, небось, и негра впервые видишь. Нам тут малость не до игр в недоверие. О, подразделение для цветных. Ага. Заметишь змею или скалопендру, скажи. Мы ее зажарим и съедим. Стоп!
Что такое? Ничего. Но когда снайпер подстрелил Томпсона, это было на точно таком же мосту. И как тогда? Надо отвлечь снайперов. Пелфри, готовься. Ужинать буду в раю. На живца? Хочешь вызваться? Ну нет. Тогда заткнись и следи за верхушками деревьев. Марш! Дым! Как только дам команду, бегите как Джесси Оуэнс. Что? Пошла! Короче, со всех ног! Марш! Все целы? Я вроде цел. Да, надо добраться до опушки. В траву и ползком. Переправитесь, давайте к деревьям. Выдвигайтесь! Придурки привязывают себя к деревьям. Что мы вообще здесь забыли? Нас отправили к 23-й. Захватить эту скалу. Тут недалеко есть японская база. Ее прикрывает скала с туннелями. Наши ребята застряли перед запертой дверью, а мы ключ. Ты вообще о чем? Уэйд, заткнись и делай все, что он скажет. Зачищаем скалу. Идем к базе. И как мы туда доберемся, Букер? Постучимся. Громко. Эй, может, сыграем этим идиотом что-нибудь из Дюка Эллингтона? Джаз любят все. Льюис, найдешь саксофон, будет тебе джаз. Хольги! Чертов остров! Бедняга Ленни. Наши обязательства перед страной не прекращаются, пока мы живы. Ленни бы так не сказал. Джон Адамс. Значит, надо отдать пушку Ленни Джону Адамсу. Пусть помогает. Сделаем, что сможем. Не дайте нас угробить. Этого хватит. Брат в Европе воюет. Если мама лишится обоих сыновей из-за немцев и японцев, тогда... Гитлер, бойся, мамаша Говард. Та скала? Да, она. Твою же мать! Издеваешься, да? Совсем того? Гитлер!
Кибл, Белфри, Эрнандес, за мной. Понял. Говард, ты наш дракон. Когда пройдем за колючку, они откроют огонь. Твоя задача — прижать этих гадов. Есть, сержант. Джексон, на пару слов. Ага. Поможешь Говарду перебраться. Дальше, на той стороне, ты его прикроешь. Все ясно? Слушай, будь я наверху, я б вам помог. А так, неохота помирать мордой в грязь. Сам виноват, что тебя сбили. Самоубийство и жертва — не одно и то же. Запомни, парень. Не шуметь, ребята. Говард, Джексон, налево. Остальные за мной. Джексон, помоги! Пора тебе испачкать руки. Ты первый. Блин. Помоги. Ну. Неплохо. Для летуна. Твою мать! Могу взять! Я быстро учусь! Тяжелая штука. И горячая. Пора свести счет. Ладно. Атакуем тот блиндаж! Не подходите!
Элфри, пускай ракету! Теперь они попляшут. Ты что, спятил? Нафига было ее запускать здесь? Теперь вся японская армия в курсе, где мы. Это приглашение не для них, а для остальных наших. Прям по графику. Лейтенант, взгляни-ка. А вот и наши. Они справятся? Проверь ангар. Возле радиовышки. Бомбардировщик вы. Пилоты есть? Это и был твой план? Мои парни возьмут базу. Задержат японцев. Но с поддержкой с воздуха было бы куда проще. Положись на меня, сержант. Я ждал этих слов. Спускаемся. Ты умеешь его сажать? Когда мне дышу? Эндеху. Идем! Встречаемся с танками! Идите по склону!
выкатим вас из ангара. Держи! Прикроешь, пока мы вас толкаем. Дайте нам полосу. С остальным разберемся. Навалились! Толкай! Шевели ногами! Джексон, прикрывай нас! Покажи, на что способен! Так, посмотрим. Полоски хватит? А, плюс-минус! Знал, что ты это скажешь. От винта! Бойцы 93-й изменили Уэйда. Показали сорвиголове, привыкшему смотреть на мир из-под облаков, всю грязь войны. И в этой грязи он понял, что побеждать можно только вместе, прикрывая друг друга. Чтобы понять, каков Уэйд Джексон на самом деле, нужно отвлечься от его слов и посмотреть на его дела.